Меня зовут Зульфира Бурангулова, я художник, живу в Москве. Я получила профильное педагогическое образование с возможностью передавать знания. В результате получилось соединить свое любимое направление по декорированию с передачей накопленных знаний другим людям. Это могут быть как индивидуальные мастер-классы, так и групповые занятия. Работаю с различными материалами. Для росписи использую в основном акрил плюс защитные материалы. А также люблю проводить эксперименты с разными красками и смотреть, как они взаимодействуют между собой. Все это идет в сочетании применения узоров из традиционного исламского искусства и восточных мотивов в целом. Несомненно, большой вклад в орнаментику моих работ внесло проживание в Стамбуле в течение пары лет, а также любовь к путешествиям, в особенности по восточным странам. Вдохновение получаю также, изучая природу, то, как устроен соцветий цветка, например. Это также может задать тему для росписи. Когда мне была предоставлена возможность принять участие в таком масштабном благотворительном проекте, как Cambridge Islamic Art, я была очень рада, тем более, что могу представить красоту нашей страны со стороны именно традиционного исламского искусства. И в данном случае, несомненно, выделяется своей красотой соборная мечеть Москвы по мотивам дизайна свода купола, которой и были созданы две работы. Более подробно о самом проекте и представленных мною работах вы можете посмотреть на сайте проекта Cambridge Islamic Art.